Итак, смотрите, значит, у меня есть свой сервер в Дискорде, ссылочка на него в описании, все переходим. Здесь почти каждый день идут розыгрыши ключей Steam. Если вы хотите халяву, да, ну, переходите, тыкайте сюда и, ну, как бы выполняйте условия, ну, и получайте свои ключики. Угу. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Хадык, или же Влад, без разницы. И сегодня вам покажу, как же устранить такую проблему в грисмоде, как эрорки, фиолетово-черные текстуры. Начнем. Итак, сначала мы должны перейти по ссылке в описании, далее скачать, собственно, этот архив. CSS-content.rar. Скачиваем. Итак, значит, наш архив скачался. Сейчас нам придется перенести контент CSS. Это папочка такая называется в этом архиве. Также есть инструкция. Тут все написано. Так вот, в общем, вот эту папочку мы должны перенести вот по этому пути. Нажимаем, то есть открываем Steam, правой кнопкой по грисмоду, свойства, локальные файлы, посмотреть локальные файлы. Так, далее. Мы в пути Steam, Steam Apps, Common, GarrySmod. Дальше открываем еще раз папочку GarrySmod, Addons. В папочку Addons мы должны кинуть папочку Content CSS. Вот прям вот его вот так вот жух и перекидываем. Делать я этого, конечно же, не буду. Знаете почему? Потому что оно у меня уже установлено. Поэтому, да. Итак, при помощи этого способа вы сможете решить такую проблему, как черно-красные текстуры и эрорки. С вами был я, Влад Хадек. Если вам понравилось видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите крутой какой-нибудь комментарий. Этот комментарий попадет в следующий выпуск. Да, так я напомню. Всем удачи, всем пока.